Показатели заболеваемости COVID-19 в Югре стабильно снижаются. Об этом рассказала главный санитарный врач округа Майя Соловьева в ходе заседания оперативного штаба. Однако в нескольких муниципалитетах коэффициент распространения инфекции превышает среднеокружные показатели. Сложнее всего ситуация в Сургуте и Нижневартовске. Губернатор Наталья Комарова поручила главам этих муниципалитетов усилить контроль за ситуацией. С одной стороны, это объяснимо самое большое количество населения. С другой стороны, если брать такие качественные показатели, такие как коэффициент распространения инфекции, то он в Сургуте 1,1, то есть выше, чем среднерегиональный. В этой связи понятно, что нужно усиливаться.